Добрый вечер, видео будет коротеньким. Я бы хотела поговорить об убеждениях. Есть очень много терминов и в психологии, и в социологии, и в быту о том, что у людей есть какие-то убеждения, мнения, ценности, за которые они держатся. Я бы хотела выразить, что я думаю об этом. Конечно, это очень субъективно, я не претендую на правду в последней инстанции, но у меня сложилось впечатление, что убеждениями можно назвать только то, за что ты готов стоять до конца. Вот кровь из носа и грудью на танке. И тут уместно привести фильм, который из обложки этого видео, «Голод» Стива Маккуина, в котором играет Майкл Фассбендер. Это фильм, где политические заключенные выдвигали определенного рода требования, не будем сейчас все это повторять, какие. Они пробовали разные методы, устраивали грязные бунты, терпели побои, находились в местах лишения свободы, и в какой-то момент, когда они поняли, что ничего не работает, они объявили голодовку. Ну, главный герой объявил, а уже за ним последовали другие люди. Ну, причем спорно, насколько этичный этот поступок, потому что, когда он объявлял голодовку, он понимал прекрасно, что он не добьется удовлетворение своих просьб, он понимал, что это принесет страдания его родственников, он понимал, что это повлечет за собой смерть других молодых людей, но тем не менее он умер мученической смертью ради той идеи, которая даже воплотилась не при его жизни. Вот это, я считаю, у человека были убеждения. Это достойно и серьезно. Понятно, что все мы не святые, плоть слаба, и нельзя, да и не стоит ко всему относиться серьезно. Но если человек, на мой взгляд, хочет признания и уважения, то серьезно он должен относиться хотя бы к чему-то. Дело, как я уже говорила во многих своих видео, не в том, что конкретно вы делаете, а то, какое количество усилий вы вкладываете, сколько вы преодолеваете, что это для вас значит. И только если вы действительно чем-то горите, тогда это будет заслуживать, опять же, признания и уважения. Как вот, я не знаю, художник, который прибил себя на Красной площади, ну, все знают, за что. То есть не очень понятно, стоило ли это делать, какой это имело смысл, но очевидно, что, ну, для чувака это было реально важно. Ему явно было больно, и он, ну, да, он самоутвердился прямо по полной программе. То есть, если вы не готовы стоять до конца за какие-то свои убеждения, это просто мнение, которое может измениться, это нормально. Люди узнают что-то новое, могут менять свое мнение, даже в таких фундаментальных науках, как алгебра и физика, бывает, что происходит открытие, и опровергаются какие-то законы, которые долгие годы считались нерушимыми. Нюанс только в том, что если вы сами до конца не готовы за что-то стоять, ну не обременяйте вы этим окружающих, будьте как бы спокойнее, толерантнее, пусть они живут иначе. Если вы сами не готовы до конца за это стоять, а то вот эти вот ваши высказывания, это как воду пердеть. То есть давайте уважать себя и уважать окружающих, и понимать, что такое истинное убеждение человека. Вот об этом было мое видео.